Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании RS, серия Ультра, на цоколь H11, температура свечения 5000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция подробная по эксплуатации и установке ксенона, стяжки для монтажа. В отдельной коробке находятся ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Они идут в защитных колпачках пластиковых. Подключаются на питание 12 Вольт с помощью проводов подключения. Вот. И к блокам розжига ведут три разъема. Разъемы, которые поменьше, вот эти вот, они идут стандартом CAT. Есть еще стандарт AMP. Так, в отдельной коробке блоки розжига. Блоки Slim стандарта, самый маленький, который есть на данное время для ксенона. Они металлические, герметично проклеены, пылевлагозащищенные, мощностью также 35 Вт. К лампам подключаются ответными тремя разъемами. В принципе, давайте мы сейчас одну из ламп подсоединим к блоку розжига. Все подключается очень просто. Три разъема нужно между собой подсоединить. Вот таким вот образом у нас готова лампа к подключению питания. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Вот. Сейчас подключаем питание 12 вольт и посмотрим, как будет отсвечивать лампа. Подключаем питание. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Любые ксеноновые лампы очень яркие все, поэтому обязательно после установки в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу в фарах, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения заявлена 5000 кельвинов, как мы видим, так и есть. Чисто белый световой поток выдает лампа. При покупке на комплект ксенона распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.